Ежегодно ВК устраивает пиксель батл по типу как на реддитах, да, там, или на других имиджбордах, блядь, где каждый человек от какого-то, от какой-то определенной площадки рисует пиксель и тем самым составляет рисунок. Это хуета, просто интерес, понимаешь? Она заставляет комьюнити коммуницировать между собой, и тем самым администраторы крупных пабликов, блядь, и не очень крупных, объединяются, чтобы отпиздить кого-то, блядь, к примеру. Мне очень много народу написало, еще раз говорю, мы не трогаем ВК Тестерс, Forzen Boys, потому что я хуй знаю, что от них ожидать, просто не трогайте. Богосы мы не трогаем, по возможности дефаем, если что, потому что пацанов там ебашит конкретно. И всратый клевер мы тоже не трогаем. Так что я сейчас буду показывать, где мы что будем воевать. Так, поехали. Шапка в реальном времени отображает сейчас, что происходит на поле битвы. Вот эта вся хуйня, это поле битвы. Блять, пиздец, сейчас охуеете. Я помню, мы 3 дня ебашили, чтобы нас не снесли, блять. Но это то же самое будет. Поехали. Я нажимаю разъебать. Я смотрю, где наши владения, блять. Так, наши владения вот здесь начинаются. Так, вот эту хуйню, вот это вот, чтобы я не видел, блять. Потому что это запрещено правилами ВКонтакте, и вас, блять, не добавят. Чтобы вот эту хуйню черным фоном залили, блять. Начиная от... Вот отсюда вот начинаем. Значит так, да, собираем кубик вот здесь, блять, обязательно. Я сейчас тоже въебу куда-нибудь. Кто нас ебашит, я не пойму, синими кубиками, блять. Я даже, блять, ну, с первого раза пойму, кто это. Это, блять, не вот эти вот люди, которые опять все полотно разъебывают и опять свои, блять, города будут ебашить. Короче, самое интересное происходит после того, когда стираешь какой-то паблик с рисунком. Комьюнити начинает гореть очень сильно. Меня двач хотели зарезать, блядь, возле моего подъезда, нахуй, на трейде, блядь. Телочки из Симса начали на меня визжать, блядь, о том, что я говнарь. Шус, мы с Шусом объединились в итоге, шустрилой. Пиздец просто полный был, то есть я вообще в ахуе сидел, думал, что за хуйня. Ага, вы решили тот же рисунок нарисовать еще кое-где. Забейте хуй, надо в другом месте. Я планирую забрать центр, вы как хотите, блядь. Ну чё, вы сможете отобрать эту территорию? Забейте хуй на нижнюю. Тут работяги дальше, да, справляются. Так, поехали, работяги, блядь, давайте нахуй заходите. Начинаем от квадрата 605-148. Ну, я думаю, можно вот такой квадрат забрать до квадрата 842-245. Просто черным фоном хуярим. Полетела жара, блядь. Так, в топе пабликов. Я сейчас посмотрю, где мы в топе пабликов находимся. Итак, топ сообществ у нас. КБ, команда ВКонтакте, блядь, и мы идем на третьем месте. Охуеть! Вы чё без меня на третье место вылетели? Вы чё, ебанутые, блядь? Я ж не запускал еще даже. Охуевшие просто. Во, работа пошла, тимплей. Во, пошла жаришка. О, подарки дарят, спасибо. А чё сегодня? А, сегодня же день рождения ВКонтакте, 12 или 13 лет, сколько они там? Поехали, поехали. Ой, блядь, пошла жара, нахуй. Посмотрите, подарки дарит, как, блядь. Я вас понял, пацаны. Охуеть. Бля, вы просто на это посмотрите, это пиздец. Пиздец, подарки фармлю! Ебанётесь, вы лучше пиксели кра... Ёбаный... Всё, зависло, нахуй, к хуям. Ебать его в рот. У меня телефон виснет, блядь. Хуять, я такое ощущение, что я скроллю, блядь, без этого. Вы видите вообще? Бля. Так, и что-то мы как-то хуёво идем, блядь. Алло, что по онлайну у нас? Какого хуя, пацаны, блядь? Что за говнище вообще? Закрашиваете, блядь, или что, нахуй? Так, нам сказали какие-то вот эти работяги, не трогайте его, блядь. Но ему плохо, нахуй. Ему реально плохо очень. Так, диктор меня что-то зовет, мы потихонечку начинаем отжимать территорию. Я сейчас сам поставлю точку. Зачем вы по 20 раз одни и те же точки закрашиваете? Адмирал Диктор, здравствуйте. Добрый вечер, Владимир, здравствуйте, вас приветствует профессиональная команда по битве Pixel Battle. Ага. Вам скинули в паблик ТЗ профессионально, где будет, собственно, профессионально все доведено до ума. Ты видел, что мы перенесли немножко территорию? Надо в центр, блядь. Мы можем отжать центр, нахуй. Посмотри, что я там сделал, пожалуйста. Так, ну-ка, а куда ты скинул? Ага. Паблик прям как пост уже заебашил. Там уже прям все по пикселям расписано, даже для дураков. Слушай, в принципе, неплохо, мне нравится. По пикселям все расписано, говоришь? Открой любую картинку, ты все сам увидишь, хуеешь. Ебать! Короче, основа рисуем вот это, чуваки. У нас хуйня. Я бы, например, смайлик какой-нибудь с твича ебанул бы. Твой или мы мой. Мы можем эту тему основу заебашить, а потом вокруг смайликами все облепить, что угодно. То есть, видишь, где черные места, пожалуйста, можно и волды тут, и все что угодно. Да, мы с Диктором объединились, чуваки, нормально. Короче, я не знаю, блядь, стоит ли нам вообще что-то, блядь, вот такое рисовать, ебать, сложно. Когда можно. Можно просто, блядь, написать какую-то хуйню гигантскую просто, ее дефать потом. Начните с двух сторон скрашивать. Почему мы все в одну кучу, один угол по два раза красите? Вы время проебаете. Одни с одного угла, другого с параллельного. И вот так на сближение идите. У нас, блядь, на полном серьезе. Вот это вот забудьте про РП армовское, блядь, про GTA РП. Это лучший РП. Сидит во главе генерал, братишкин, блядь. Командует работягами, работяги, блядь. И то же самое с диктором. Сидим мы.
мы, блядь, всю эту хуйню в DS. Ты можешь в DS, типа, комнату... Она создана вообще в DS, комната? Я создал они... и у себя в DS, и у тебя в DS, и у нас в DS, и везде. В общем, ваша задача сейчас отстроить вот эту хуету, после чего ваша задача 3 дня, блядь, эту хуйню дефать, после чего закрывается, блядь, полотно... Ты сдохнуть хочешь, и тварь, блядь? Пишется такая, знаете, видеоистория от ВКонтакте, типа, война. Вот мой... Так, это предыдущее полотно. Вот сейчас показываю. Но это не фотка с контача. То есть видно, да, чем закончилось последнее полотно. Шустрила, КБ. Ебать, они зарисовали. Знакомьтесь, это Боб, ЧДК. Тёлку, кстати, раздевали 5 раз. Пририсовывали ей сиськи, блядь, они ее одевать. Прикинь, тёлку раздевали каждый раз. Они ей пизду пририсовали там. Сиськи ей открыли, блядь, платье сняли с нее нахуй. Админы ЧДК сидят, бомбят, хорош, блядь, тёлку нашу, типа, раздевать. Какого хуя, нахуй? Вот Пукич, вот так он прошел, Сильвернейм начали захватывать здесь. Вот это мое ебало толстое, потому что мы его 5 раз восстанавливали, и вышел какой-то толстый мужчина, блядь. Так, половина сил, пацаны, надо вот эту точку тоже оставить, блядь. Половина нам... Кто, блядь, разъебывает моего алда, блядь? Я не понял, нахуй. Кто нас ебашит здесь? КБ ебашит? Чё, блядь? Я не понял, блядь, КБ, вы чё нахуй? Смотри, здесь за центр пиздилка нормально идет, кстати. Тоже мы можем повторить что-то. Подвиг Шустрилы, типа, видите, как Шус начали рисовать? Они вот немножечко потихонечку вот так вот начали границы распространять, и вот у них, блядь, территория нехуёвая такая. Короче, видос, блядь, смотрим, как мы строились. Ебать охуенно, вот это было изначально пустое полотно, потом они релизнулись, поехала жара. Вы увидите, как история, блядь, была нахуй. Как нас ебашили все. Сейчас вебку уберу, не сыте. Вон, видите, лентач начал. Ему букву Ч от лентачу, блядь, это был члентач. То есть лентачу букву Ч всегда приписывали. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? С Дони пидорас не нужен. Невольно руку случайно в голове приложил. Вы увидите, как, кстати, админы Навального, блядь, замазывали, блядь. Просто разом вот так трынь, и все, нет Навального. Его 30 раз восстанавливали. Видите, вон, буква Ч у члентача появляется. Два Ч появляется. Вот наш логотип обоссанный кривой. Нас мало было, чуваки. Мы такие, блядь, что-то это какая-то хуета. Нас разъебали там. Мы не могли, короче, ровно построить, блядь. Вы понимаете? Вы видите, что ему плохо логотипу. Потом я такой беру и говорю, все, ну нахуй его. Все, и мы его стираем. И вон перерисовка пошла уже, видишь? Мы начали над Навальным строиться, да. Видишь, пошло-поехало вон. Ебать, битва. Чат, щиты в чат, пожалуйста, будьте добры. Да-да-да, бля. Медаль, как в прошлый раз, она не была выдана, блядь. Я не знаю, в этот раз я заставлю выдать. Я вот сейчас смотрю, ВПШ, видите? Мы потом ВПШ разъебем, сотрем его нахуй, кстати, оттуда. Мы заебашили весь ВПШ. Сейчас, когда двач будет отваливаться, знаете, это мы делали, блядь. Вон, видите, черная дырка пошла, блядь, вон. Вот 2x2 нас ебашило, кстати, очень сильно, блядь. Вон, видите, все, двач на нас пошел, блядь. Во-во-во-во-во, букву Б начали проебывать. Вон, регенились, блядь. Мы просто импеку ломали постоянно, блядь. Это вот. А когда ночью мы легли спать, они нам написали «Привет от двач», блядь, типа, вообще хуйня. А мы вон молнию разъебывали, то есть. Вот, все, пошла жара, и, короче, двачеры начали ботов, блядь, отрисовывать на пеку. Пукич вон появляться начал. Помните, как я встретил столбняк, мы защищали, но не смогли, блядь, и потом просто Симс разъебали. Во, видите, это мы пеку сломали, нахуй. Вон, видите, пошла жара, молния закрашивается цветом лентача, чтобы они думали, что мы лентач. Все, они отстроились и пошли нас ебашить, смотрите. Во-во-во, мы дефаем свое полотно. Так, отдефались, блядь. Вот, мы опять пошли, захуярили всю молнию, блядь. Всю нахуй хуям стерли. Вот, и на нас пошли, видишь, смотри. Привет, вон пишут. Ебать. Охуеть, да, двачера охуевшие? Вон, видите, это мы спим уже. Наши школьники легли спать, бойцы. О, братишкин, да-да-да, вот она пошла. Ебать, вас хуярят. Ничего, мы на утро. Там самая жесткая битва с головачом была, блядь, нежели с двачем. Сейчас увидите, блядь. Когда я применил секретную тактику против головача. Я пошел, у меня не было зрителей, я пошел видосы посмотрел, набрал онлайн. И сказал, разъебывай, блядь. И мы его снесли, нахуй, у него жопа сгорела. Во, видали, мы закрашиваем, все, мы пошли восстанавливать полотно. Заново адресовались. Не, ну мы должны разъебать, просто обязаны. Да. Ебать, там винтач минус, наверное. КБ просто. Головач, видите, то есть нас забрали. Я сижу, думаю, как бы. Посмотрел видосы. Пошел нахуй сейчас будет, смотрите. Перестроил. Пам, блядь, письку мы нарисовали и снесли за нами. А тёлка, смотри, тёлку раздевают как, видишь? Смотри, тёлка снизу, под Навальным. Её все пытаются раздеть, блядь. Во, видал сиськи опять? Все, её раздевают, бедолагу, нахуй. В конце осталось вот то, что осталось, блядь. Вот так полотно выглядит. То есть у нас были территории вот на этих местах, смотрите.
То есть наши теры, вот это территория, дальше наша территория, вот это, блядь, красным хуёво, и вот это наша территория, БРФФ был. Мы бедного мальчика, блядь, мы ему письку там пририсовали и пошли по чужим территориям письку ему дорисовывать. Так, я смотрю, что там происходит, потому что это важно. В смысле нас КБ ебут, блядь, я ничего не понял, какого хуя? Блядь, вы чё решили расширяться, блядь? Смотри, что они делают. Ну, я говорю, снизу, вверх, в середину, короче, у нас же изначально под пиксель это... Я не уверен, что мы удержим такую территорию, блядь, лол. Так, ну почти все сделали, дальше чё, они будут понимать, как дальше отрисовывать? Пожалуйста, Вова, нас красные ебут. Полностью чёрные. В смысле вас красные ебут, вы отрисовались, чуваки, все норм. Кто богосов дефает? Есть чуваки такие? Чуваки, сейчас я вам покажу в действии, как сносить уёбков на красных кубиках, блядь. Забейте хуй на дорисовку, просто берем все направление сюда и башим белый цвет, выберите самый левый. И просто вот так по контуру богосов вот эту хуйню красную сносите, блядь. Пошли, блядь, работаем нахуй. Вот, все нахуй, пошла жара, блядь. Все нахуй, летите, блядь, отсюда нахуй, не трогать, блядь, паблик нахуй. Ебать, просто до свидания, блядь, добрый. Так, кому еще помощь нахуй, мы всем поможем, блядь. Но только взамен мы требуем тоже помощи в дефе, блядь. Так, чуваки, вот этот смайлик мне жалко, блядь, очень, что вы его съебываете, потому что они просили, блядь, их не сносить. Территория слишком большая, чуваки, похуй. Мы удержим эту территорию, ебаный рот. Так, богосы мы задефали, блядь, прогнали уебков красных. Блядь, на молда ломают, чуваки. Че у него, блядь, с зубами нахуй? Блять, что-то как-то пиздец нас уже хуярит. Не расширяйтесь, блять, не надо расширяться. Все, дефайте и все. 633 это вот первый левый пиксель. И начинайте вот, то есть 633, два пикселя вверх взяли и начали логотип вырисовывать. Вот этот. Прошарили? Логотип, это кто нам тут черную хуйту, блять, отстреливает? Это что? Это они строить уже начали или это нам ломают? Там строят, блять, не ломайте нахуй. Вот, короче, есть. Стоп, погоди, я нашел. Вот это вот в офисе ВКонтакте висит сегодня. Понятно, почему мы так обильно хотим участвовать? Чтобы я пришел в этот офис ВКонтакте, а я туда приду, блядь, и сказал, ха, это я. Да-да, это мы, бля. Ну, самое пиздатое, что выделяется, это АВШУС, блядь, Братишкин и Навальный, как бы. КБ, Лентач, Двач, остальное не бросается в глаза. Знаешь, девочка какая-то была, которая просто фронталкой сфоткалась, а у нее на заднем плане на полотне Братишкин, блядь, с Навальным, нахуй. И типа они ее нашли, говорят, смотри, что это, блядь. И мы так вот узнали, что там есть полотно. Да в смысле вас пиздят? Кто? Нормально, никто вас не пиздит, блядь. Это же вы строите, блядь, идиоты. Зачем они вверх похуяли? А я не знаю, вы что, блядь, делаете? А, они алда строят, слышь? Пацаны, я не знаю, что вы делаете. Это полная какая-то, блядь, непонятная хуета. Я не понимаю этого, блядь. Бля, какой-то грустный олд, блядь, получился, нахуй. Вот они что-то уже начали отрисовывать, кстати. Что-то уже работает, походу. Ебать нас дохуя, чуваки, вы видите вообще? Куда вы лезете, блядь? Нахуя вы расширяете, блядь, все это дело? Отстаньте от правого, все нахуй, ровно все. Вы, блядь, не справитесь, сука, вы охуеете, вы утром... Диктор сказал! Ты чё, еблан, алё, диктор? Алё! Диктор сдох, походу. Ебать, это что за чмо тут? Я лично тебе пиксель въебал, понял? Гандон. Это что за предатель, блядь? Нахуй, пизда тебе, блядь. Варя, я тебя сейчас перманент въебу. Не, вы не вмещаете, чуваки, вас не влезет, блядь. Так, поехали, короче, у нас есть пост вот такой. Хуярьте репосты, блядь, чуваки. Ебашьте, сейчас, короче, будем трех победителей, блядь, среди репостнувших. Выдавать им деньги, блядь. Так, сейчас я пропишу. Я не понимаю, у них какой-то свой план или что это? Что они? Да, погоди, Дискорд. Для... Да, для кооперирования с работягами, блядь. Сейчас чекну, погодите. Где она, ты можешь мне сказать? Она я в не самом вижу. Верху на всем вообще не просто. Пиксель батл называется. Они что там, голосовым орут друг друга в ухо, блядь? Да. Ты долбоёб, я сказал, можно, пожалуйста, сделать текстовый чат? Я говорю, сделай текстовый чат, там люди орут нахуй, ты понимаешь? Я сейчас туда зайду, блядь. Привет, я диктор, блядь. Я как бы помогу вам, блядь. Ты, блядь, зайди туда, уёбок. Ты чё намутил-то, блядь? Ты думаешь, что мы вот такой хаос, блядь, можем поднять? Я говорю, сделай текстовый чат. Кто придумал войсовый сделать? Вы чё, отсталые, блядь? И он, блядь, спрашивает, какого хуя у нас какая-то хуета получается. Я, блядь, хуй знает, я ща лично создам. Всё, создали. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я, блядь, три раза попросил, сделайте, пожалуйста, комнату. Давай решим сразу, ты генерал или адмирал? Я адмирал. Ты генерал, значит, ты подо мной бегаешь чуть-чуть. Ебать, красиво, в смысле? Так, ну, в принципе, как бы ты... Ебать, мы первое место, блядь!
Сосать! Чуваки, давайте циферки 12 зарисуем черным полностью. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Сейчас будем все черным захуярить. Не надо, не надо черным, не надо, блядь, агрессировать, потому что ночью нам пизда будет, Диктор, блядь. Ты что, будешь всю ночь стримить? В течение трех дней? Диктор, я предлагаю в течение всего полотна, как бы, тебя сверху справа, меня снизу там, и все остальное заполнить рисунками какими-то. Чисто наш угол. Не надо ебашить, блядь, дальше. Нихуя не развивайте войну, блядь. Вы же не выдержите, блядь. А, стоп, это ВК, что ли, цифра, блядь, лол? Да! Фу, хуй с ним рисуете, бля, поебать вообще. Но только дальше не заходите, вот тут черное есть, вот, блядь. Вот, и вниз хуярим, вот где видишь Соскин, я не думаю, что. Стоп, стоп, нет, не забивайте, не забивайте, там кто-то строится, пусть строится, блядь. Я предлагаю объединиться с этим пабликом, блядь. Это лентач, скорее всего. Пускай мы с лентачом объединимся, блядь. А кто сейчас нихуя не делает и не может скорпироваться, блядь, помогите им заполнить розовым эту хуйню. Я предлагаю с лентачом объединиться, хули нет. Нам нужны союзники, еще раз говорю, а это крупное сообщество, которое с КБ может пиздиться, блядь. Цвет не путайте, блядь, у них другой цвет. Пацаны, нахуй, нас предлагают переманить на сторону КБ, блядь, но я с КБ не хочу воевать вообще сейчас. Но, как бы, КБ их не ломает, вроде, я так вижу. Типа, чего они орут, что их ломают? Их не ломает КБ. Не ломайте, блядь, черным, сука, число 12, забейте хуй. Это лентач строится, помогите лентачу отстроиться, ебаный рот. Все, они начали строить, вон, все правильно, они услышали, блядь. Все правильно, все правильно. Они строят зону, блядь, все. Пизда ебашим. Диктор. А я? Ты где? Я сижу, отдыхаю. Ну, чуваки, ебашат восьмиугольник, блядь. Нужен какой-то план, чтобы челик взял по пикселям, расписал. Алло, блядь, а что это восьмиугольник? Типа, камон, вы что строите, блядь? Вы в курсе, что это, если это мой логотип, это не мой? А, это стоп, погоди. Это, блядь, почти олд, только у него... Блять, из этого алда можно сделать. Камон, вы вообще знаете, как у меня выглядит эта вся хуйня? Посмотрите, пожалуйста, блять. Вы что, вы точно уверены, что вы то же самое строите, блять? Это, блять, похоже на то, что вы строите, блять. Один в один, блять, да? Короче, все стирайте и заново нахуй надо. Они, блядь, не знают, как мой логотип строится. Охуеть, подписчики, блядь, ебанешься. Yeah. Работяги, ну вы меня удивляете, блядь. Вы понимаете, что мы не могли с вами отрисовать даже в том году свой логотип ровно. Генерал, он у нас тоже, блядь, вот. Ой, так братишки. Вот танцевал. Супер. Аватария вот, сверху. Что, мочи фашистов, блядь. Где аватария? А, блядь, да не трогайте их, пусть строится, блядь. Короче, пока мы держим нейтралитет. Глеб, пидорас. Ты можешь не орать такую хуйню, блядь, на большой онлайн? Давай, может, мы себя сначала отстроим, потом лентач ебашь, не? Мы успеем себя. У нас еще 3 дня, блядь, на отстройку, ебаный рот. Надо всем помогать, сейчас союзников набирать, понимаешь? Бля, ненавижу Диктора за его перфекционизм. Вот опять, что ты мутишь, блядь? Я хочу, чтобы ты можешь, охуенно, ты можешь сказать, ебать. Чуваки, делайте и все. Ты просто увидишь, что будет, блядь. Я нихуя не говорил в прошлом году, как делать. Сейчас ты какую-то хуету несешь, блядь, заставляешь людей путаться, блядь. Ты, блядь, понимаешь, сколько здесь народу сидит на полотне, блядь? Они не понимают, что ты хочешь, блядь. Да тут кто-то вообще без пикселей сидит, блядь, понимаешь? Просто стрим слушает, как бы, и тыкает, блядь, фронтом. Куда твой перфекционизм, когда ты ночью сегодня проснешься, охуеешь, блядь, лол? Я же тебе еще раз говорю, нахуй. Посмотрим. Я не сталкивался, вот ты, наверное, более опытный. Я, блядь, да, сталкивался, прикинь, меня, сука, дохуя пабликов ломали. Что они делают? Пацаны, блядь, верхняя часть, окей, она похожа на правду. Но вам не кажется, что вы ее слишком высоко сделали, блядь, этот конус? Соответственно, не получится симметрии вниз. Потому что там полотна нет, куда вы строиться собрались дальше, блядь. Я еще раз говорю, вот ваша хуйня. Ты сдохнуть, и вот как оно выглядеть должно, блядь, понимаете? Я предлагаю просто под лентачом начать черным все закрашивать. Видишь, то есть пока там территория еще особо не занята, она просто разными пикселями разъебашена. Ладно, чуваки, давайте, окей, я согласен с тобой. Не знаю, кто такой Соскин, блядь, меня это в душе не ебет. Значит, 852-278, начало. Не, давай полностью, слышишь, реально вниз. Погоди, стой, стой, нет, пони не трогай, блядь, за что пони нахуй? Все, кроме пони, ебашим, под лентачом. Все, пошел закрас, контур уже отрисовывают, красава. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Ладно, два чем... Во, хуйня, кстати, годная. Без баб, понял. Да, шаришь. Верните что, блядь, там верните. Соси жопу. Понял. Итак, жду администратора КБ, блядь, для обсуждения наших планов. Для дебатов, я бы сказал. Для дебатов, я бы даже сказал, да. Будем ли мы пиздиться или не будем? Не, просто я предлагаю им, как бы, ну, хуйней не страдать, а то я просто сейчас вот так вот попру, блядь, вперед вместе с вами, вот так. И вот так вот. Сделал красиво, серьезно, чтобы они красиво себя сделали, и мы у себя красиво сделали, и не парились. Короче, я не знаю, чуваки, если мы объединяться будем, я предлагаю нахуй объединиться всем стримерским составом из топ-стримеров, блять, и реально потом просто разъебать кого-нибудь. Всем твичом реально разъебать, нахуй, все полотно отжать. Получается, погоди, твой логотип снизу, да, а моя вот эта территория сверху или где? Где моя территория? Да где угодно, блять, выбери ты ее. Все, я забираю тогда всю часть, которая... Все, мы забрали пони себе, пони под нами. А это что за паблик-то, пони, блять? Бейте тревогу. Напишите. Напишите над политехом говно. Шарага позорная. Напишите над политехом говно. Шарага позорная. Чё? Сказал чувак, которого вы выкинули оттуда, наверное.
КБ хочет мне пизды, Владимир. Опа, ломака, бля. Твой мать. А дети гибнут на Украине, нахуй. Понял? Тихо-тихо. Предлагаю со всех собрать по копейке на призовые орды. Я люблю. Охуеть! Я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт. Кью-кью! Я люблю Майнкрафт. У меня левую правуху, пропал. Могилен тач отстроить. Могилен тач отстроить. Давайте поможем Лентач отстроить, блять. Короче, фиолетовый у них, по-моему, вот темный. Да, темный фиолетовый. Ебашьте просто вот эту черную хуету и синюю, закрашивайте ее. Пусть они кубиком сделаем, и дальше они сами пойдут. Внимание, мы объединились с Лентачом. Вы посмотрите, какой идеальный кубик получился. Ебать, мы большие, вы посмотрите, какие мы гигантские, блять. Так, я сейчас проверю, что мне написали. Потому что, может быть, админ КБ мне написал куда-нибудь. Так, добрый вечер, хотел бы заключить с вами союз от имени Большой Проигрыватель. Блядь, чуваки, если вы хотите союз заключить с нами, давайте вы просто координаты своего месторасположения будете указывать, потому что я хуй знает, кто это, блядь. Десайн МДК, кстати, ёбаный рот. Так, стоп. Нас собираются пиздить. Так, скинули пруф, чё там? У нас сейчас враг Братишкин, почему закрашиваем нейтральные арты, неужели нельзя их обойти? В конце концов, мы же не варвары, кто за легионеры? Это что это чё за хуйня, КБ, я не понял, блядь. Вы чё, охамели? Чёртовы стримеры, кто-то пишет. Почему стримеры не могут участвовать? Стримеры охуенные. Мы же не, блядь, бунтари какие-то, мы же тоже не варвары, блядь, ну. Мы же не ломаем вас, блядь. Как бы я предлагаю админу взяться нормально и... Просто если... Короче, так, смотрите, если Лентач отказывается, блядь, в пизделке с КБ, мы объединяемся с Лентачом. И если вдруг КБ все равно пойдет на Лентач, мы все вместе начинаем разъебывать КБ. Похуй, ляжет весь арт наш. Наш весь арт ляжет, но мы, сука, не дадим им, блядь, поиграть в эту игру, нахуй. Я, конечно, понимаю, что куда я лезу тут со своим пабликом, блядь, сколько-то там хуев, блядь. Но вы поняли меня. Кстати, стоп, погодите, мне один чувак написал, тебе кто-то льет дезинфу про КБ, тварь, кто-то специально саботирует действия меня против нас, наши легионы действуют каждый сам по себе, командующие еще не решились, что делать. Чё вы мне пиздите, блядь? Ибо короче, нас дезинформируют. КБ пока даже не определились, кого они будут пиздить, и кто-то саботирует специально, блядь. Ну это пиздобол в чатике, как бы, у меня такая же хуйня. Но там в комментах, типа, люди, блядь, срут и, типа, поддерживают всю эту хуйню. Смотри, влево потихонечку идти, границу обозначь, докуда мы будем влево закрашивать. Видишь, влево ничего ни у кого не нарисовано еще. В смысле? Просто у нас сейчас есть толпа, которую мы можем ебашить. Ты сдохнуть хочешь, у нас нет конкретного плана, который мы согласен, будем придерживаться. Так, единственная линия. Возможность, это просто я идти ебашить все просто все подряд налево. Тихо, помолчи, чтобы пожалуйста. Чтобы чуваки рисовали, а не хуйню страдали. Значит, внимание, высота 148. Высота это вторая координата, если что, по цифрам. 148. То есть наша задача просто сейчас черную здоровую... Блять, стоп. Вот эту хуйню не трогать. Дайте отстроиться вот этому Ральфу. Дайте ему квадратик маленький, блять. Вот до этой линии мы строимся, вот, все ее видят. Блять, пацаны, вы понимаете, построить? Что мы нихуя не построили? Мы просто, блять, отобрали территорию людей и нихуя не строим, блять, лол. Начинайте там делиться на подгруппы какие-то в Дискорде. Начинайте разные вообще. Оперируйтесь, просто разные арты рисуйте, начинайте. Вы ничего не нарисовали до сих пор? Так, мужики, надо вот эту хуйню закрасить, блять, одним цветом, внимание. Вот это вот, да, поправить им чуть-чуть. Давай. Работаем, пацаны. Что за говно играет, блядь? Берите это. А не надо вот это закрашивать белым. Все, отстаньте, они там дальше сами шрифт выставят. Вот это двач. Я уже вижу пеку даже здесь, блядь. А это что? Это что такое, блядь? Ай, блядь! Короче, нахуй, снесите вы это лого ебаное, блядь. Оно говно, нахуй. Чтоб я, блядь, не видел своего логотипа. Это что за кал, блядь? Вы чё, блядь, мандарин своей мамы рисуете или чё? Уберите это говно отсюда. Чтобы здесь, блядь, был большой гигантский олд, нахуй. Которого я сейчас запущу, тихо. И дайте мне деньги скинуть людям остальным. У нас еще один там победитель остался. Помогите написать Путин вор. Ты чё, охренел? Не, я такой точно не буду помогать писать. Ща поможем, блядь. Так, предложение, тихо. От админа Лентача предложение, фиксируйте. Как вам, пацаны? Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? А потом просто все забьем. Диктору надо, правда, дать место вот здесь. Пусть он тут реализовывается. Типа совместно с Лентачом, ну такое. Так, окей, я согласен, типа мы согласны. Они зачем-то это хотят написать. Я не знаю, что это значит, но прикольная тема. Мне даже мой менеджер отписал, типа надо договариваться. Экстремизм. Пиздец, куда я лезу, блядь? Так, мне больше интересно, знаете что? Давайте посмотрим, за что мне страйк въебали. Я сейчас просто гляну, что за пост там был. Итак, смотрим, жалоба на... Это нормально, нет? Кто из вас мем пиженый кинул? И даже он спиженный, что ли, блядь? Вот этот черт у меня в бан отлетает, значит.
Я сейчас закрываю это все дело. Вот эту музыку скипаю. Вот, все, включаем годный трек. Мне и мою бустину поебать. Hold it up, блядь. Открываю пивко. Смотрите, блядь, в шапке что теперь у нас выглядит. Вы мне можете объяснить, почему, блядь, до сих пор ничего не сделано? Вы только ломаете все вообще. Что это за дерьмо? Адмирал, блядь, негодует, если что. ГГ будет. Сука, беззубый, блядь. Надо что-то, какие-то значки сюда кинуть, блядь. Но я не знаю, где, где олд? Вот в этом месте должен быть олд красивый. Какого хуя еще ничего не делается? Тут что пишется? Я не понимаю, что тут пишется. Мне надо связаться с администратором быстренько, нахуй. Все, пошел олд, наконец-то! Уже олд большой рисуется. Так, что еще мы будем рисовать? Что у нас из смайликов четких есть? Ржомбаса будет тяжело. Нам надо 89-й сквад вот здесь писать, понимаете, параллельно. Кто-нибудь, кто нихуя не дефает, блядь, ни в Дискорде его нету, замазывайте вот эту хуйню, блядь. Видите, он тут у нас, нас с границы ломает, между прочим. Блядь, пиздец, вас так много, вас в паблике боятся, блядь, вообще нормальные, нет? Топ-1 смайл у тебя на канале, это орк. Почему не сделать орко? Давайте, я не знаю, тут вот 89-й сквад надо написать день под лентачом. А вот тут вот реально надо сморча ебануть. Вот это место отлично за сморча зайдет. Так, это кто у нас тут строится, блядь? Мы съебались нахуй. Хочешь, тварь, блядь. Так кто нас ломает? А, все, понял. Вот это вот слева уберите, там какой-то черт строится. О! Ля! Уже похоже на что-то! Алло. Чатик, да. Алло, да. Ты видел, что мы с лентачом хотим ебануть? Я пытаюсь настроиться, точнее, хотел сначала сверху построиться, блядь, твои начали писать Братишкин, такой, заебись. Да потом не надо начал... Братишкин писать, блядь, это пиздец. Смотри, ты должен строиться справа от смайлика Алда. Справа внизу, да? Да, вот это твоя территория, понял? Ты мне поможешь расшириться тогда, если что? Потом еще раз. Где расшириться? Ты хочешь построиться? Поняшку, видишь? Скайфлис, помогите наших милых. Вот, видишь, красные пиксели начали происходить. А, это твои, что ли? Это мы начинаем потихонечку. Но ты в курсе, да? Что там сморч выше будет? Зеленый, блядь, видишь? А где мне строиться хорошо? Я ж тебе сказал, вон, блядь, ты можешь занять вот это вот, видишь, где очки у этого заканчиваются? Вот твоя территория, можешь ниже просто расширяться. Просто мы уже по пикселям расписали. Есть варик им выше подняться, вашим товарищам? Блядь, ну тогда получается надо вправо расширяться. Чуваки, блядь, давайте вправо расширять тогда, ебаный рот. Похуй, давайте вот тут расширяться. Да вот это, вот этот смайлик не трогайте, блядь, вот аниме вот это. Короче, я так понял, что у тебя на низ планы, тогда вот такой давай, варик. Они предложили вот такую хуйню ебануть, блядь. Это очень масштабно и охуенно, блядь. Стоп, тихо. Смотрите, вы видите? Ебанетесь, блядь, с лентачом такую хуету забабахать, блядь. Да это ж пол полотна разъебем, нахуй. Но они хотят сожрать дохуя сверху места. Скажи своим молодым людям, чтобы они, блядь, эту красную часть не трогали, нахуй. Они пытаются помочь, не знают, что делать, и от балды начинают хуярить. Пускай просто, блядь, дальше твои планы выполняют. Не надо вообще. Красные, не трогайте вот эту часть. Не надо ни дорисовывать, ни помогать, ничего. Хотят помогать, пускай тогда ко мне зайдут на стрим, они все поймут. Иначе как бы... Собственно, что мы делаем? Так, они хотят Ральфа. Вы Ральфа снесли, между прочим. Вы его сами снесли. Надо им дать место для Ральфа. Я считаю, что надо. Короче, вот это место, оно не, ничем не используется. Рамочки давайте построим для Ральфа им. Все, мужики, стройтесь, блядь. Как сложно! Слишком много пабликов хотят помощи, блядь, пиздец. Так, значит, расширяемся под этим смайликом, вот так вот, под этим смайликом, и вот, вот так вот забираем территорию. Все, мы загробастаем себе эти смайлики, ясно? Они будут на нашей территории. Чекай координаты. 151, 259, чекай координаты, ахахахахаха. Если вот кто-то из твоих чуваков будут там внизу закрашивать, у меня челики будут говорить мне, я буду банить, ты не против? Ты чё, охуел, что ли? Брат. В смысле, брат, блядь, иди управляй толпой, ты чё, охуел? Толпа боёбов прям берут и начинают мне замазывать, блядь. Ты понимаешь, что ты сейчас просто приходишь, орёшь, блядь, и они сейчас реально тебя будут закрашивать специально, ты что, идиот? Что мне делать? Как ты со своими... Нормально, попроси, какой бан, ты чё, ебанутый? Диктор, ты, блядь, сейчас сам должен толпу останавливать, понимаешь? У меня бунт как поднялся против тебя. Кто на меня пойдет, блядь, я ебало разобью. Поняли нахуй? Я здесь адмирал. Все, пизда, да, моим рисунком. Ебать, изи просто забатить. Ну, короче, пиздец. У тебя пиздец, я могу сказать. Ну, я посмотри на это, я ничего не говорил. Говорят, извинись, и мы тебе отдадим, блядь, точку. Бля, пацаны, простите меня, пожалуйста. Нормально, искренне говорят, извинись. Чатик Братишкина, вы меня простите, я погорячился. Все бывает, все мы ошибаемся. Я не исключение. Все мы люди. Простите меня, пожалуйста. А теперь съебитесь, пожалуйста, с моей территории. Ладно, шучу, шучу. Пацаны, сорян. Так, мне там лентач скинул, как должно выглядеть.
Они там строят, нет, Лентач? Да, они пошли что-то делать. А мы не можем понять просто, что делать. Это буква К, по-моему. А, сейчас скину. Давай, давай. Быстрее чуть-чуть. Вот эту тему не трогайте. Мы с Лентачом объединились, сейчас у нас будет годнота. Вон, строят, ребята, все нормально. Алду хуёво, прием, как слышно. Прикольно, все так поделились что-то. Кто-то дефает, кто-то строит что-то. Ах, блядь, короче, чуваки, ВК-тестерс опять кто-то ломает, блядь. Вы можете им вот это вот голубым сделать вот реально темным, вот как он у них и есть? А, стоп, они, не надо, не надо. Вот просто вот, вот эти голубые кубики нормальным сделайте, и все. Это сейчас администрация ВКонтакте сотрет, кстати, вот эту хуйню, типа. Просто фиксируйте, они сами ее сотрут. Помните, как было с Навальным? Кто его пипас тут переделал, блядь? У него хуй до колен, блядь. Не трогайте пипас, блядь. Не надо ему пипас приделывать. Так, вокруг оранжевого белое заполняем вот здесь. Погнали черным, блядь. Черные должны кубики наши стоять. Пошла жара, блядь. Ебать, красивая работа, да, пацаны? Блядь, пацаны, респект, нахуй. Так, все нормально. Так, хочу арбуз. Пацаны, здесь корона должна быть праймерская. Алло, прием, как слышно. Ниже не уходите только. Пацаны, нужно расширяться. О, 189. Видите, тут какое-то говно одно, блядь. Вот до 180 дойдите, возьмите его к нам. Но, вот знаете, можно, ну, здорово оставить, а Владик вот стереть вот так вот. И вот так, 189, и пошли вниз вот так. Давайте, давайте, добиваем, ну, чё вы? Какие-то, мы будем 3 дня с вами. Блядь! Какой-то червяк, блядь. Червяк, похожий на залупу, блядь, очень сильно. Вот что мне делать против таких? Что, блядь? А ну-ка снесите эту хуйню. Че это за КБ, блядь? Это че за параша, блядь? Берите это говно нахуй отсюда, чтобы я его не видел, блядь. 5 секунд эта хуйня вся снесена здесь полностью, блядь. Смотрите. Я сейчас вам там большую залупу нарисую, блядь, на вашей территории. Вы куда лезете, твари, блядь? Пойдем член рисовать, блядь. Все. Это вы зря, блядь, сделали. А ну-ка нахуй вот эту хуйту убрать, блядь. Здесь будет большой гигантский член в моем представлении. Я предлагаю сейчас решить вопрос очень спокойно, если ты мне как бы. Хочешь, тварь, блядь? Вдруг. Если сейчас, администратор КБ не будет хуйней страдать и даст своим работягам отступление, блядь, с моей территории, где мы с Лентачом спокойно развиваемся, блядь. Иначе я сейчас тут пиздец устрою, блядь. Все, на мою территорию не лезь. КБ сейчас не нападает. Сейчас у них дед. Так что все провокация. А-а-а! Блядь, помогите, чуваки, им букву Б восстановить, пожалуйста. Мы зря напали, блядь. Реклама Йота, просто реклама Йота, блядь. 100% двач, наверное, вкрысятничал, блядь. 100% двач против нас напиздел. Красавцы, все починили. Вокруг тоже голубеньким сделали, выровняли все. Чек и Уолда, так смотрим. You know me, you know. Ну почти, ладно, окей. У него, правда, очки больше, если что. А они строят своего работягу здесь? Я им выделил место. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Блин, прикольный, да, мероприятие? Реально интересно участвовать в таком. Отлично, поиграл. Походу, поиграл. Походу, все. Походу, мы поиграли. Это у всех так? А почему не пускает? О, все, нормально. Так, смотрите, они пишут, как бы... Вы помогаете тоже им. Так. Да-да. Бля, а. Там корона появилась, хуй знает, что делать, помогите. А там вы можете срезать ее половину, вот? Но так с ней, вот, просто по белому фону срежьте вот это черным все. Зачем вы голубым делаете вокруг? Просто пусть корона будет. А ты мог побольше еще взять? Ты чё все мое ломаешь? Кого, блядь? В смысле? Вместо двойки делают букву Б в районе Лентача. Короче, здесь... Да, чуваки, вы донаты читайте, вам там инфа по большей степени-то. Диктор, надо твою тему немножко уменьшать. Типа ты реально охамел. Дисконнект. Короче, я не знаю, чтобы ему диктор... Он вот так диктор хочет написать. Диктор, вот так. Вы видели шрифт? Мне сказали, зайди, ты мне что-то хочешь сказать. Я говорю, шрифт, не можешь уменьшить свой? Я же тебе говорю, у нас уже пиздец, как там все просчитано, я тебе даже могу можно показать. Ну и куда ты пойдешь? Ты будешь диктор вовсю, что ли, писать? Этот... Уберите вот это вот, пожалуйста, с моего полотна. Я... Что значит вор вообще? Уберите это отсюда. Там написано выше. Да, я не могу его произносить, и в комбинации это ты уже плюс кутузка как тварь, бы. Пацаны, поехали дальше. Захватываем территорию. Значит, идем вот так вот, смотрите, по линии, а большой проигрыватель вот так выше. А, они что-то строят здесь. Короче, мы обхватываем большой проигрыватель, но останавливаемся вот на этой тварь, линии. Вот так. Не, мне очень не нравится, что мы скоро с КБ столкнемся. Да, во-во-во, все, молодцы, давайте. Так, мужики, а что это тут у нас за ссылка появилась? Давайте-ка поправим на нормальную ссылку, это какая-то не очень. На братишкинов надо поправить. Давайте тут бразерс напишем. Давайте бразерс, в каком слэш бразерс? Я бы вот это тоже, конечно, убрал отсюда. Сейчас бы столько пердаков шконических подгорело бы. Давайте просто вокруг обведем их тем же цветом. Просто сотрем текст розовым, пусть заново рисуют. Аватария, что это вообще за кал? Бразерс, вон, появляется уже, вижу нормально. Во, красавцы, слушайте, Лентач красавцы. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь?
Диктор, у меня донатер бунт на тебя решил. Ну я понял, да, как бы все есть. Ну ты как бы реально тут нормально. Иду помогать вместе, короче. Спросил пацаны, где, блядь? Говорю, давайте наверху. Нет, не наверху, давайте внизу. Окей, внизу. Начинаю делать внизу, блядь, все равно не нравится. Ну ебаный рот, как мне делать? Да ты можешь шрифт нормально выбрать. Тут, блядь, еще на пол полотна бы, блядь, выбрал шрифт. Ты посмотри, ты как лентач пишешь. Ты что, нормальный? Ты сейчас, ты понимаешь, ты идешь на корону, ты пошел на ГГ будет. На все рофлы вот эти, которые... Я им не говорил этого писать, если что, ты они сами делали. Хочешь, тварь, блядь? Я не знаю, что делать. Мы там сидим, ноем, плачем все вместе. Наоборот, лучше бы помогли, а то получается, вместо того, чтобы с кем-то воевать, мы воюем в своей команде, как бы, хуй знает. Он от нашего паблика рисует, вы понимаете, нет? Он закрашивает на, ну, пиксели от нашего паблика. То есть это наши, как бы, по факту наши подписчики, вы что против них воюете вообще? Вы что со своими деретесь? Уберите корону, говорю, уберите ее отсюда, сделайте черный, все, пусть он дорисует свое. Корону переносим отсюда вот сюда, в эту точку. 680-343, там корона делается. Да Волт и так пойдет, насрать вообще на него, вроде нормальный. Издалека и не скажешь, что не оригинал. Корону алду? Не-не-не, не получится корону алду, чуваки, давайте не надо. Опа, это кто? А ну-ка зарисовать, это подстава, это не я пишу. Это не мы пишем, алло! Че за твари, крысы? Кто пишет Братишкин? Уберите это отсюда. Сука, я уверен, это двачи, блядь. Не-не, надо вот реально доказательство, что это двачи, допустим. Может, они сами пишут, кстати. Чего, Диктор? Мы точно воюем с лентачом? Мы не воюем, да, с лентачом! Кто воюет? А почему они это самое на нас ебашат? Это сдох, я сказал своим, творили, чтобы они расширили территорию лентача фиолетом, потому что у нас хэштег не влезает. Пока а что вы решили написать-то туда? Не будем терпеть. Паблик, зайди, там есть, кстати. Чё за пек-тач, Братишкин? Хватит вести себя как ебаная быдло. Че вы как маленькие? Дайте Диктору место. Он такой же, как и мы. Войско, корону, алду. Войско, корону, алду. У меня будет три больших Дик, а внизу маленькие такие топ, типа, понял, как Диктор, типа, как бы понятно. Главное, чтобы было видно Дик, все. А, то я понял, ты под оранжевое, что ли, залезешь? Да, я не хочу, блядь, им разъебывать ничего. Хэштег надо сделать. Чуваки, помогайте лентачу, они там и нас, и вас делают, лол. Реклама Йота. Пиздец, сколько Йота КБ заплатила, чтобы они рекламу Йота написали, у всех в пабликах, во всех шапках Йота висела. Гениально просто. Лучшая рекламная интеграция, мне кажется. Давайте по рематчу скажем, давайте, короче, это самое. Мне сейчас прям 400 тысяч переводом, и мы сейчас где-нибудь по рематч напишем. Во всех пабликах будет висеть. Это запрещено, к сожалению. Это так, шутка. Так, а что там внизу, вот справа снизу, мне интересно? Внешний госдолг. Короче, вокруг этих плюсиков красным закрашивайте голубые вот эти вот. Во-во-во, нормально, нормально. Сейчас мы этот мемчик поможем построить, почему бы и нет. Почему красным-то они застраивали? Может быть, синим, наоборот, надо закрашивать? Там синим надо. А, у них паблики? Давайте у них паблики посмотрим. Скиньте мне КБ паблик. Так, понятно, это надо синим. Давайте съебемся отсюда, пусть переделают. Все, бросьте нахуй, все. Вот как было, мы вернули. Все, оставьте, не трогайте. Все, пускай. Я что-то не понимаю, что они делать хотят. Вы же видели, там закрашивалось красным. Девните аниме дебиков плиз на координатах 1278,15. Блять, куда вы его снесли, а? Что-то выходит. Мне кажется, хроники хаоса надо немножечко поправить на место, блять, ибо это пиздец. Вот так вот взяли линии красные, вот так бахнули. Куда хроники хаоса лезут, я не понял. Почему здесь башки у человека нет, я не понимаю, он был нормально сделан. Не ломайте надпись, просто фон замените на красный. Пиздец, прикиньте, там, наверное, у людей сейчас отмечается, кто их пиксели закрашивает. Просто пиздец, они, наверное, сидят такие в ахере. Все, не трогайте больше, пусть восстанавливаются и смайлик не трогают, а то мы жопу дадим. Помогайте двойку лентачу строить, кто-нибудь помогает? Вот это закончить розовым все доделывать, так. Я тут сижу, раскидываю просто стратегии. Нас догоняют КБ. А они что-то делают там, я не понимаю, что они делают. Да они не нагоняют, не. Хотя, стоп, они догоняют неплохо так. Они расширяются просто. Мужики, мне кажется, надо вот как-то вот так вот. Вот эту аватарию загробастать и твиттер не трогать. Твиттер не трогать, обойти твиттер. Давайте аватарию забираем, насрать. Двойку доделайте, пожалуйста, наконец. Ее херачат причем. Все, все силы на двойку, ребята. Все силы, бросьте всю хуйню, все. Потом добьем аватарию. Доделаем двойку, задефаемся сейчас. Вы мне скажите, кто закрашивает. Типа, мы сейчас в ответочку накинемся. Кто закрашивает? Какой паблик, князь? Да я не верю, что КБ. Потому что я вижу, двойка рушится, и мы не рушим. И вы не рушите. Что-то выходит. Ребят, хотите войну? Но я говорю, будет жестко. Мне сейчас нужна максимальная, типа, тема. Прям максимальная. Я, если они реально охерели, мы сейчас просто забираем вот этот квадрат возле мемов. Вот этих вот. Так что решаем, мы воюем или нет сейчас. Потому что, возможно, они бомбанут после этого. Ибо реально ломают, сука. Может быть, это двачи, кстати? Я не знаю. Типа никто не... Все думают, что это КБ. Мне просто нужно пиксель поставить. Это не КБ были. Потому что вы с двойкой, типа, начали ее дальше рисовать вот так вот. А лентач убирает.
Потому что она не так должна выглядеть, эта двойка. И вы типа начинаете, блядь, одни закрашивают, перекрашивают и пиздец. Двойку ломают. То. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Ага, понял. Команда вас. Команда ВКонтакте, начало зачистку. Сейчас будет жесть. Так, говорят КБ, мои тоже говорят КБ. Поехали, блядь. Не, туда полезли, блядь. Начинаем, погнали, пацаны. Вот начиная вот с этого, просто сносим. Вот начиная вот так вот, пошли черным вот так. И вот до флагшка вот этого. Погнали, все. Пошла жара, блядь. Все, работаем. Вот с этого прям, чтобы ровно черная пошла вот это вот. Все, чуваки, мне похуй. Я реально тоже понял, что это КБ что-то в крысу там делает. Что-то они охамели, никто их не мог никогда остановить. Надо останавливать. Все, бунт, блядь. Они дефаются, чуваки. Давайте, работаем, работаем сильнее, блядь. Надо больше народа, ебан рот. Пиздец, дефаются, смотрите. Ебанешься просто. Нам нужна помощь, чуваки. Кто-нибудь, кто, кому мы помогли достроить, помогайте. Двойку пиздят, да пусть что угодно. Половина, кстати, двойку чините, чуваки. Лентач не справляется. Я сейчас предупреждаю последний раз, или вы отступаете, или мы вам йоту сейчас снесем отсюда вместе с КБ. Мы сейчас просто бросим этот квадрат несчастный. У нас пока что на этом фланге битва. Ты сдохнуть хочешь, тварь? И мы закрашиваем кубики пока что. Да не КБ это. Мы до два дня на дефе сидим и все. Да не в смысле не КБ, а кто ломает, если показывается КБ? Ты мне не расскажешь, молодой? Может, у вас одна конфа типа не в курсе, что другая долбит нас? Как бы, ну не может быть такого, что Лентач и мой, как бы, паблик говорят о том, что нас КБ херачит. А что если ты хитрые двачеры, блядь, вступили в паблик КБ, отписались от двачи и под их эгидой ломают нас? Пиздец, просто пизделка насмерть происходит. Испанцы! Давим нахуй туда их, бля, сосад. Да смотри, как жестко вообще пиздим сейчас. Реклама ёба! Итак, внимание, я приказываю всем работягам, всем алдам, пожалуйста, бросьте свои постройки на данный момент, отлучитесь от этого, Лентач пусть нам поможет в дефе. Просто вы все, пожалуйста, вот этот квадрат, чтобы черный был. Мы должны показать, что нас больше, бля, типа... Камон. Вот так. Все, меня... Теперь я вижу, что вы меня услышали. Тихо. Будет все черный и туалет. Реклама, ё-моё. Мы выигрываем, алло! Мы разъёбываем. Там реклама Вова. Реклама Вова. Они отступили, чуваки. Они отступили. Прием, слышно, нет? Отступайте тоже, бросайте эту хуйню. Все, мы просто показали, что нехуй на нашу территорию лезть, блядь. Пусть восстанавливаются там. Просто надо было напугать. Я очень рад, что вы со мной, чуваки, отстаиваете эту битву. Пиздец. Твичеров на битву подписал, ебанешься. Заметьте, когда мы их разнесли, двойку перестали крушить так адски. Все, они сейчас пока что будут это самое. Сейчас кто-то звонит. Алло. Алло. Это что за долбоеб? Я не понял, правда, кто мне позвонил. Какой-то школьник. Админ КБ, алло. Я не знаю, там школьник какой-то позвонил. Походу, минус номер. Так, ну чё, красавцы? Чё я могу сказать? О, опять дважды два подъехали. Вот они, кстати, нас ломали в прошлом году. Всё, поехали. Это будет наш гимн. Что-то выходит. Короче, пацаны, П дописываем здесь. Вот тут С чуть-чуть черточку такую небольшую. П, погнали. Поехали. На глазы, Джеки Чан. Сейчас придет, смотрите, бунтово. Оп, алло. Мне. Это не вы случайно там? Не мы, это КБ. Да конечно, да. Короче, ладно, уберите вот эту всю херню телепоров или хватит, чуваки. Нашу двойку пиздят опять. Кто, блядь, пиздит? Я не могу посмотреть, что за паблик. Я не понимаю, кто это ломает все. КБ есть отряды. Поехали, блядь. Сносим нахуй вот это вот дерьмо. Все. Это, блядь, последняя капля была, нахуй. Пусть свой отряд останавливают. Погнали, блядь. Пошла жара, блядь. Куда летите, а? Я не понимаю, кто нас ломает. Фиксации нет вообще никакой, абсолютно. Что-то выходит. КБ. Ебашим дальше, погнали. Погнали, работаем. 11. Да это не двача. Я четко видел, что это КБ. Шник. Вполне возможно, что это двач. Потому что они ебут только двойки. Кстати, логично. Почему именно двойка трогается? Чекай скриншот. ВТФ ебат. Сейчас чекну, погоди. Бросайте КБ. Это двачеры, суки, блядь, они помнят прошлый год, нахуй. Где молния, где они вообще? Слева, лево, слева, в середине. Мужики, блядь, это вы зря сделали, сейчас же, блядь, двач ляжет, ну. Ой, блядь.
Нашли молнию сами, я даже не показал ее. Абу, куда летишь? Это, кстати, код элемента может быть. Ну, типа, да, могли просто сделать фэк и все. Ладно. Ладно, зато мы забайтились на двач. Пиздец, пацаны, пиздец. Не, мне адмирал, адмирал в замешательстве, прием. Двойку дефаем, блядь. Не, ебать, ее прям кусают, слышишь? Нормально, нормально, все силы на двоечку, пацаны. А может быть, мы сейчас просто с командой ВКонтакте боремся, блядь? Потому что слишком быстро что-то летит все это дело. Они же тогда в Навального сносили. Стоп, дайте я зайду на двач. Сука! Вы чё? Пиздец, война, ебанёшься, блядь, первый же день пошла. Блядь, двачеры жесткие тоже. Они за ночь пиздец сносят, ебанёшься как. Смотрите, они начали в крысу вот тут вот. Смотрите, как неплохо херачит вот тут. Благо я заметил точку эту. На деф, встаньте на деф, чуваки. Все, забейте, не рисуйте, встаньте на деф. Ебать, а где двач-то вообще, лоло? Он так до сих пор черный, что ли? Кто атакует? Опять двойку ломают. Блядь, чуваки, я что-то сомневаюсь, что это какие-то силы ненародные. Я не понимаю, где еще, блядь, народ? Сука, сколько можно нахуй? Историческая херня. Реально историческая херня, поэтому это всем нравится, алё. Вот все реально, ждем вот... я жду реально, что пока КБ адекватно, блядь, перестанет ломать, и мы как бы перестанем воевать. Я же не уйду просто так. Я не отдам, блядь, свою территорию. Мы же реально возьмем за все черным забьем. КБ чекай, ну-ка погодите. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? По возможности... Всем бой! Пока командование сделало перекур, подлый враг нанес удар в спину, берите мечи, пора братишки утонуть в пикселях. Ха! Не сегодня, блядь! Дефаемся, блядь! Пацаны, работяги, поехали! Надо искать тех, кто нам поможет. Чуваки, пожалуйста, все, помогаем нам, нахуй. Погнали. Нас пытаются зарейдить, но что-то нихуя. Параллельно продолжаем проталкивать вот эту хуйню и до флага. Начинаем до флага отнимать только самые точки. Нахуй флаги отсюда, все. КБ, снесете нас, мы будем у вас территорию отжимать, отвечаю. Мы такой онлайн соберем и просто будем закрашивать все. Диктор, слышишь что? Тоже на деф отправляйся. Просто точки, да, я понял. Да. Немножко пиздите вот эту вот красную хуйню. Я смотрю, половина ломает, половина фиксит, все. ФТП пиши. Бля, давайте ФТП подключим в эту хуйню реально. Корнолио, блядь, помоги нахуй. Помоги. Может быть, Фоч еще поможет как-то, я хуй знает. У меня нет выхода на Фоч. Пиздец, какая война дикая происходит. Алло. Так, секунду. Алло, алло, алло. Корнолио, меня ебут в жопу. Ты сдохнуть хочешь, тварь? Подожди, короче, знаешь, в чем тема? Ты оставь эту пока хуйню, пиксельный бой. Знаешь, в чем прикол? Пока просто там подерзайте. Мы за 12 часов включаемся в ФТП со всей хуйней, короче, уже. Можем объединиться и за 12 часов до закрытия наебашить там всех. Смысла сейчас нету. Да нет, просто это интерес. Это интерес, понимаешь, удерживать точку на протяжении полотна, потому что будет история, все дела. Понятно, что можно там за 12 часов отстроить пиздец какое состояние, факт, и всех разъебать. Просто сейчас битва, понимаешь, это важно. Мы не должны так, просто ее отдать. Короче, я тебе сейчас перезвоню, у нас там просто план был нарисован. Ты сдохнуть Союз, хочешь, тварь, блядь? Захватывай все. Ага, My понял, тогда донатил. Хорошо, я тебя понял, желаю давай. Тебе победы. Давай, сейчас я тебе попозже перезвоню. Давай, давай. Это админ ФТП, блядь, если что. Они и так неплохо начали, подло, так сказать, прийти решили. Короче, надо еще сюда ФТП где-нибудь разместить, мне кажется. Чтобы это была общая территория. Сейчас мы этот КБ, блядь, назад пойдем. Должно было случиться такое, чтобы КБ отдыхал. Всегда. Они каждый год, блядь, заебали брать территорию уже. Просто бесит. Кто-нибудь должен уже решать это все дерьмо. Позвони Хардплею, он согласен помочь. Погнали. Короче, Пиксель Баттл заставляет людей объединяться. Зови паблик для нас. Мы можем, кстати, реально здесь где-нибудь написать для нас. Всех союзников здесь выписать просто красиво, и они будут за нас выступать. Лёх! Да-да-да, что там за блок пишут? Реально хочет помочь? Да, надо помогать, брат, и надо участвовать в этой пиксельной батве, батле, понимаешь, трехдневном. А, ну все пизда, всем куда залетать? Все, блядь, давай, сейчас выезжаем, нахуй, я сейчас здесь соберу дагестанцев, блядь, и все. Все, да, поехали, короче, все, давай, я тебя жду, всё, бегом. Дискорд, куда? Я к тебе. Ко мне, давай. Пострижись, ну привет, здорово, братик, пострижись. Давай, давай, давай. После... Сейчас мы будем КБ хуярить. Вверх дефаем. Чё уже 4, не понял. А чё происходит-то вообще сейчас? Ничего не ебашит, всё норм. А, блядь, они... Нормально, мы дефаемся, чуваки. Сейчас мы будем КБ, короче, бахать. Надо их убрать отсюда. Какую комнату? Я не знаю, где он сидит, он должен зайти.
Леха, я с миллионником пабликом воюю. Пиздец, там народ все, агрессивный. Да. Я так понимаю, там... я не понимаю, ты мне скажи, там просто уже ребята с Дагестана выехали. Там нужны, нет? Пока не нужны, пока все так нормально. Блять, смотри внимательно, ты осторожнее так. На Твиче, типа. Смотри, в чем суть. Ты открыл полотно, да? УК-282, да. Видишь? Так, вижу. По центру. Это наше с Лентачом объединение. Охуенная история, так. Так, справа синюю хуету, видишь? Блять, знать бы, что это за поебение. Как вам во весь экран эту хуйню? Колесо, колесо, типа. Колесом просто. Ясно. Зумишь и все. Так. Ну, правый угол, секунду, правый угол. Я зяблом сейчас покажу, подожди, а то тут все в панике уже, блять. Все, там уже с автоматами выехали. Так, ну, 282, вижу. Это наша территория. В общем, ее надо дефать, а, соответственно, справа синяя, которая надо разъебывать. Видишь, которая на нас нападает. Я понял, бомжей, так. Да. Ага. Задача. А почему там написано реклама Вова? Потому что мы исправили рекламу Йота на мое. А, это достойно. Вообще там была Йоба, потом это стало Вова. Ну, я понял. Куда сжать? Ты говори сейчас, все, сейчас начнется здесь. И просто, типа, ссылочку кидаешь, я не знаю, ты можешь от своего паблика закрашивать, помогать, подключить его, ты можешь от нашего, типа, как угодно. Главное, хуярить вот этот синий фон черными точками. Слушай, это высокоинтеллектуально, да, я так понимаю, игра? Да, понимаешь, 3 дня она идет, это пиздец. Я понимаю все, я понял, блядь. Ссылку, один да, пиксель — это один человек, который закрашивает в течение минуты, понял? Не, ну здесь надо на Ютубе стрим запускать. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь. Боевая активность должна смотри, быть, блядь, как я еще заболел. Конечно. Что, ссылку, да, просто кидать? Да, кидай, пусть заходят, типа, и помогают. Я не знаю, давай так, ты делишь своих на атаку, я... Вернее, нет, я на атаку, а ты на деф. Они смогут понять, что надо делать? Я там несложно. Иногда в их способностях, но... Я думаю, смогут. Ну-ка, ребят, по ссылке перейдите-ка. Слушай, ну они там нормально, смотри, моросят. Смотри, точками уже пошли, моросили. Слушай, ну игра классная, мне нравится. Да, она клёвая. И конкурсы, в принципе, классные. Ребят, вот сюда вот тыкайте, короче, вычищайте все вот здесь, вот всю точку. Я сейчас, блядь, реально, сейчас если я YouTube запущу, здесь просто умрет все. Я говорю, запускай, ёбаный рот. На YouTube никто не стримит это, понимаешь? Ты будешь первым, ёбаный рот. Не, ну они здесь пытаются обороняться, но что-то у них как-то печально очень все это выходит. Давай, короче, вверх сдвигаемся чуть-чуть. Пошли по черным вверх. Вверх прям поднимаемся. Просто вверх куда именно? Вверх это просто от госдолга. Я вот черные точки, например, по координатам 1376-347. Вверх просто идти до КБ вот так просто. Пошли вверх. Короче, все, блять. Вызываю дагестанцев. Сейчас я YouTube запущу. Все. Погнали. Сейчас, пацаны, на YouTube запускаюсь. Все, блять. Все, смерть! Ну да, не заебали. Блять, я сейчас запущу, если YouTube, все, это пиздец будет. Все, сейчас КБ посты, пост удалили. Все. Не вижу. Сейчас, если удалили. А что, начинается? Защита, блять. Пока держим защиту, убираем черный цвет. Сегодня уже все спят, завтра объявим сбор. И позовем союзников, тогда их забесим. Сейчас вы даже не представляете. В защиту. Какую сейчас защиту? Даже... Куда лезете? Сейчас... КБ сдает позиции! КБ сдает позиции! Прием, КБ сдает позиции. В том году они всех отпиздили на этом полотне, блядь. Вверх-вверх поднимаемся, боевых так орлов. Спокойненько. Не просто по всему их хуярим, а просто... Сейчас, мои хорошие. Прям линии такой закрашиваем вот так. Тр-тр-тр-тр-тр. Поняли? Я сейчас, блядь, я сейчас не представляю, сука, даже, сколько сейчас этих точек в ебене. Все хорошо, ебашим, пацаны, работаем. Наша территория черная будет. Мы войдем в историю работяги, блядь, погнали. Требуя от КБ извинения, блядь. И мы можем реально отъебаться от этого, наконец. Но только это вот что. Чтобы все, уже никогда не трогали нас, понимаете? Сейчас. Все, запускаю контент. Сколько раз он уже сказал, что он запускает, блядь? Все! Давайте сносим, чуваки, у нас есть тварь. Время. Они будут отрисовываться вместо того, чтобы нас пиздить. Ребят, короче, вот по этой ссылке переходите. Сейчас главнокомандующий даст отмашку. Куда идем? На правый угол? Мы идем на правый угол и сносим вверх все вот так вот. То есть мы трем вот эту все, синеву. Все, что видите синее, это надо черным делать. Нет, короче, справа, ребят... все, что справа, вот эта часть, все надо черным делать. Бой. Все, пошла, все, пошла жара, да? Я смотрю, по крайней мере. Погнали, работаем, работаем. Раз в минуту, ребят, просто точку ставьте. Правый нижний угол забираем. Давайте, пацаны, переходим наверх с правого угла. С правого угла. Мои работяги. Хардплей снизу, мы правый, да. Начинаем совмещать, просто так совмещаемся через угол. Кто-то на дефе, кстати, потому что нам тоже хуярит. Лентач закрасил точку мою. Опять этот хуй за... Какой случайно? Мне там залупа постоянно... Ну это все, это... Правый угол наши просто выедают прям кусками. Он сидит, блядь, этот хуило, блядь. Мне интересно, может, его в паблике забанит кто-нибудь? Нет, вы видели? Типа, забаньте его, чтобы он не ставил. Их синие. Так, тихо, тихо, Хард. ШУС не будет помогать КБ. В очередном пиксель-батле участвовать не будем. Так что кончайте ваши призывы.
ЧКБ, блядь, а? Отдыхаем? Вы понимаете, что все вот здесь, кто на этом полотне есть, против вас, блядь? Вы все попортили, нахуй. Вы всегда все ломали, блядь. Смотри, как в центр вгрызаются. Да-да-да-да, пошли, работаем. Смотри, Володина, слышишь, тоже угол, да, выгрызают? Да-да, пацаны, мы с вами угол выгрызаем, алло, прием. Так, все, блядь. Все полностью черное, нет? Ну че, когда-нибудь думал, что можно КБ разъебать? Карнули, алло, упал пацан, все, умер. Сейчас, короче, я, пацаны, рассылочку делал на 70 тысяч. Вот, а потом, короче, чел дойдет до дома, сторис залил, там, аккуратно. Погнали, ребят, долбим. Через 20 минут биржа, короче, закончится, и тоже выставляем. Все, работаем. ФТП подключается. Володь, дальше надо понимать. Правый угол мы весь вычислили. Дальше куда? Да не, надо совмещать, понял? К центру. Чтоб чернодырье вот это к центру ебашило. Жесть, что творится, это просто забей. Хард, сам точки не ставь, потому что есть чуваки, которые по кордам ловят твою точку и с аватаркой порнухи тебя тыкают туда. А, ясно, короче, девочки, я понял. А можно координаты скрыть, кстати? В натуре, кстати, лол. Хотя нет, я лучше все равно не буду рисковать. Я предлагал сотрудничество им с самого начала. Вот скажите, что не предлагал, блядь. Куда они полезли, блядь? Я предлагал. Давайте Sims спустим чуть-чуть. Чуваки, пускаем чуть-чуть Sims. Они ромбиком хотят это самое. Не ломайте их. Помогите. Долго. Может им помочь? Смотри, сверху вот это вот пека. Это кто это? Что это за паблик? Красный их долбит. Давайте по... Ну, я предлагаю красный. Я предлагаю реально вмешаться. Бугурт, в принципе, нормальные чуваки, типа. Давайте просто вот пригрозим такая, чуть-чуть, типа, что... Вот так вот полукругом ебаните, что... чтобы предупредить, блядь, и все, дайте нормально построиться. Блядь, диктор, я тебя убью. Увидеть бы, где они еще. Все, брат, я молчу, я понял, все. Все, перестаньте ломать. Вот здесь... Все, вот это не ломайте, все. Наша задача снести нахуй синий вот этот цвет. Давай, продолжаем. Давай, короче, с левого угла вот так пойдем. Просто... Я думаю, они поняли, что с нами шутки плохи сейчас. Так вот, я тебе говорю, надо под братишкинов также таким же шрифтом написать хардплей. Алло, чуваки, давай, работаем. Вообще... Продолжаем, остальные, кто не рисует, продолжают долбить, чуваки. Надо стереть с лица вообще отсюда, что как будто их и не было. Короче, как сделаем, пишем большими буквами КБ сосать. Пиздец, что там у КБ сейчас жопу рвет, наверное. Вот. Мне кажется, они уже даже не ставят ничего. Ральфа жмут твои работяги. Не надо, блять, Ральфа жать. Ты посмотри. У них 11 тысяч уже. Их 11 тысяч, все. Пиздец, блядь. Ну ты прикинь, мы долбим. У тебя сколько там, по 20, да, тысяч? У меня 13 тысяч. Где-то 16 сейчас. 16, у меня 13. Это уже почти 30 тысяч человек. Это в 12 ночи, дядь. КБ вы пишете или что? Да, КБ мы и пишем. Не только КБ. Смотри, слышишь, с какой скоростью рисует. Да, пацаны, давайте. Слушай, они как тараканы, смотри, долбят. Короче, чуваки, задание от лентача. Все, черный весь заменяем на розовый, поехали. Пипец, смотри, скорость заполнения. Да. Пиксель, ребят, сами не трогайте. Пикселяр пиксель не трогайте, вот не трогайте, да. Смотри, посмотри, ты представляешь, сколько там этих пикселей? Это же каждая точка, это человек. Сосад. Тогда уж это написали бы сосад. А ты видишь, смотри, хроники хаоса сверху. Сейчас сверху. Да, вижу черные. Мы их воспитали и поставили на место. Они вот этот арт красивый. А это Хайнун же, правильно? Это Хайнун. Топ-пример. Они начали его ломать. Мы им пизды дали, все. Они даже границу построили, блядь. Короче, я не знаю, мы настолько, блядь, все сломали КБ, что, блядь, у них даже беседе не хватает слотов, блядь. Ребят, если бить врага, то так, чтобы он не поднялся, правильно? Да, понятно, ноль, что лежачих не бьют, но они собираются подниматься, понимаете, чтобы опять отомстить. Надо до конца мне наказать. Просто интересно, как это выглядеть будет. Может, нам вообще где-нибудь тоже свою эту отмахнуть? КБ, смотри, как красиво нарисовали, вообще четенько. Красным только бы прям чисто. Красиво, ну. Слышь, Володь, говорю, может, нам свое тоже что-нибудь захерачить? Да, надо бы что-то захерачить. Давай справа. Правый, просто правый? Да, давай, короче, я не знаю, какой-нибудь смайл ебанем один. Давайте думать, что мы будем делать. Че, может, просто я не знаю. Но я не думаю, рядом с короной строить хотим, будет. Скинули так. Не блядь, смотрите, мимими какое, алё, блядь. Дайте им построить вот это, блядь. Они вот здесь хотят построить, а вы их ломаете, блядь. Вот эту девочку с пистолетиком. Так, короче, вот этот черный фон заменяем на белый. Поехали, блядь. Рафлан так, ебал, так, я, кстати, где-то видел, зачем его рисовать. Блядь, ебать, красиво. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Да я хуй пойми, да, просто. Схема. Да, красиво смотреть за этим. Я не знаю, почему, но меня это успокаивает. А, чуваки, половина на деф, давайте, встаньте вот здесь. Что это происходит вообще? Вам хорошей войны, я пошел спать. Давай. Добрый, 9 добрый, часов этого пиздеца я не выдержу. Пиздец. Что, может нам вообще реально подсосать, прям написать здоровыми буквами хардплей? Ну, хардплей не влезет. А, ну хотя бы две строчки. Да вот я говорю, надо что-то куда-то вот нарисовать такое, потому что в тот раз мы рисунок хотя бы какой-то нарисовали. Но вот видишь, у нас тут не очень хороший этот... Олд получился. Mm-hmm. Правый олд попить же. Вы, блядь, девочку дадите им дорисовать, блядь, или нет? Я не понимаю. Отстаньте отсюда. Вот. Ребят, хардплей прям пожирнее напишите, мои ребята. Мы можем Г вон дописать. Смотри.
блядь! Почему у тебя такая хуйня постоянно? Hard PG, пи. Да, пусть угорает, господи, что ты, блядь. Прикольно. Они же в угар, ёпта, они же в угар, блядь. Володь, а твои помогут ребят написать? Конечно. Вы тогда знаете что, пацаны, давайте вот здесь затрем. Короче, хардплей затирайте, вообще. Розовый. Володь, пусть твои тоже, да-да-да. Ебать, что это? Что это за хуйня бластерская пошла, блядь? Червячок ползет, блядь, ты видишь? Ты видишь этого? Какую-то хуйню? Червячок, блядь. У меня есть подозрение, что это боты, блядь. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Полосочку, что ли, это делают? Да, видишь, они ползет, змейка, нахуй. Бля, нет, вот опять, смотрите, вторая полетела, блядь. Что это за хуйня, блядь? Смотри, опять через... Вверху крыса, да, ребят? Там моментально их вырезают, там, без вариантов. Почему оно так ползет, блядь? Он что такой, типа, вперед и управляет координатами, блядь? Или это кто? Это ВК рисует, может быть? Потому что может Навального быть. Так же замазывали. Черт, красное видел? У нас по 282 ползет. Я тебе говорю, пиздец, что это за хуета, блядь? Вы можете мне объяснить, как это так работает? Да, они сразу затирают. Парни, это ВК кто? Либо боты? Скорее всего, это да ВК. Это боты. Это, или, это ВК да. Затирают. Они Навального затирали в том году. Почему опять, смотрите, опять перечеркивают, блядь. Ну, слишком, да, слишком быстро и ровно. Бред какой-то. Нет цензуре ВК, блядь! Встать на защиту цифр. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Они, наверное, говорят, что это надо удалить, блядь. Типа, скорее всего, таким образом зарисовывают. Да, он зачеркивает, типа, без этого, наверное. Прикиньте, мы сейчас с ВК боремся, блядь, пацаны, нахуй. Мы просто воюем с ВК за цензуру, алё. Да я вижу, что они крест рисуют. Hardplay, yeah! Спасибо. Я знаю, что думаю, мы можем же и фон, да, сделать. Так же сейчас прям какой-нибудь фон захерачим. Ребят, какой фон будем? Алло, 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 у тебя там КБ верхний правый угол занимают, нахуй. Надо снести, блядь, отсюда это все. Пацаны, ну-ка черный цвет из правый угол. Забирайте. Шанс. Все, убрали. Там, о чем? Нормально. Ты, что-то, они, нет, они просто потихонечку так и снизу справа, смотри, начинают да, тоже не, ставить. Не, не. Ты смотри, потихоньку, нахуй. Да не, ребят, пишите спокойно. Hardplay сейчас закрасим. Здесь вообще у них без вариантов будет. Но наши будут дефить стопудово. У меня такое ощущение, что это боты какие-то, блядь. Че они опять зарисовывают, блядь? Да, боты ботами, а че, ну смысл? Мы их все равно отпетушнем всех. Ну ходит эта полосочка и ходит, вообще насрать. Смысл-то? Наши ребята в любом случае отдефят в два канала. Блять, до сих пор белый. Фон вот этого вот черный тоже заменяйте, потому что пиздец. Вот это что опять тут за пиздец? Битва за прон. Чё, блядь, они за прон написали, блядь. Вот этот уголочек почистите, чуваки. А чё это, блядь, с буквы А? Я вообще не понял сейчас. 89-й склад, чекал буква А? Да, чё-то какая-то она это... Залупная. Хуёвая. Хуёвая буква, блядь. Парни, короче, как у Володи чёрный фон, вот здесь вот просто делаем прям вот так вот кусок отрежьте. Парни, белый фон сделайте на карте, прям как раз сделайте тоже аккуратненько, ровненько, как у вас. Блин, жесть вообще просто вырезали. Это за сколько получается по времени? Буквально за час? Да, Дело, спасибо. А ты как-то добавлял, да, сообщество? Сейчас, погоди-ка. Да, да, я подключал его. Переходите. Пизда, я сейчас с кукухой поеду. Сколько я уже ебашу в эти пиксели, блядь? 6 часов практически. Вот, ребята, если что. Вот, играть прям.